Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас очередная такая небольшая партия посылочек с сайта AliExpress. У нас тут всего на распаковке сегодня две штучки. Так, не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Так, и начнем с такой вот маленькой. Вот маленькая, открываем. А, у нас здесь такая вот штучка. Я уже не надеялся, что она придет, а больше ничего нету. Отлаживаем. Так, вот такая вот миленькая штучка. Штучка, она, кстати, пластмассовая. Сейчас мы ее откроем. Так, вот такая у нас, ну, уже, наверное, догадались. Такая вот штучка, заварничка. Сюда засыпаем, сюда засыпаем чай. Закрываем. И, о, где-то у меня здесь была чашечка сейчас. Вот чашечка. Вот так вот оно выглядит примерно. Если видно, может, это вот так вот оно. То есть там внутри чаек заваривается. Потом выняли, вытрусили. И вот такая вот у нас интересная посылочка. Так, смотрим следующую нашу посылку. Что здесь? Так, я разрезал. Так, здесь у нас. Все, я понял, что это. У нас тоже, я думал, что уже не придут. Что долго ждал. А это у нас тут такие вот таблетки для лица. Я потом увидите фотографии, как оно должно быть. То есть, видите, вот тут вот такое лицо нарисовано. Их, походу, так как-то в воде растворяешь. Они растворяются и стают такой маской, влажной маской для лица. Так, у нас тут в комплекте, по-моему, 10 штук. Не, 15 плюс 5, 20 штук. Так, тут все на китайском. Увлажняющие салфетки для лица или маски для лица, я не знаю, как они, вот таких вот две штучки. Кстати, они недорогие, все дешевые. Вот такие вот у нас, коротенький такой вот обзор на видео. Так, подписываемся, ставим лайки, может, кому что-то надо, пишем, мы его закажем и для вас с Алиэкспресса. Ссылки на данный товар будет под видео. Так, все, ждем дальше, дальнейших видео, будет еще много чего интересного. Все, до новых встреч, пока.